Добрый день, это HTC и функция видеопик. Видеопик это параллельная съемка видео и фотографии. Значит, включаем камеру, начинаем записывать просто-напросто видео, она записывает и просто при нажатии на камеру параллельно фотографируем. Также она сразу отображается в галерее. Сразу можем просмотреть как в галерее, как видео, так и сразу же можем просмотреть фотографию нами сделанную. Это HTC One и функция видеопик. Рекомендована мной.